Вот, давайте. Расскажите, я чтобы все запомнил. Можно? Да, можно. Значит, в колонке здесь Sumus Victor SV400. Угу. Они, кстати говоря, не так давно, ну, несколько лет назад получили премию «Продукт года». Вот одна из этих премий – это как раз за эти колонки. Вот. Угу. Потом на их базе были сделаны более старшие колонки SV450. Но вот эти 400 интересны тем, что их перелицевали и сделали другой дизайн. Так что это как бы ребрендинг. Вот. Хотя цена осталась той же. Вот. Интересно тем, что они полностью на бумажных диффузорах, на шелковых твиттерах. Твиттера разделены по частоте. Это не, они не в параллель работают. Один из них работает на частоте свыше 10 кГц, другой до 10 кГц. Вот. Поэтому это полноценно, можно сказать, 4 полосы. Дальше. Усилители. Пошли дальше. Это Dardil NHB-468, Mark II. Это самая верхняя модель фирмы Dardil. Вот. Ну, пока Майкл Фреймер считает, что это лучший усилитель в мире, я с ним отчасти согласен. Вот. Просто никогда лучше ничего не доводилось пробовать. Вот. А далее, предварительный усилитель это EMT-66, который доработан в нашей лаборатории X-Factor, то есть нами. И используется сейчас в качестве линейного преда. А выше как раз стоит именно то, ради чего мы так много работали. Это референсный ЦАП X-Factor. Это модель Reference 3. Вот, появилась в этом году. Сочетает в себе и мультибитную технологию, и однобитную технологию. Интересен тем, что имеет 32-битное разрешение на мультибите, то есть там работает два в канале мультибитных 18-битных ЦАПа, которые потом суммируются в аналоговом виде. Подробное описание у нас есть на сайте. Значит, он состоит из двух частей, соответственно, самого ЦАПа и блока питания. Блок питания вместе с ЦАПом это 120 кг веса. Ну, это так, вкратце. Маленькая вводная по поводу этого ЦАПа. Вот. Подается на него сигнал из проигрывателя Aurender W20 SE, подается по USB, а в обратную сторону этот ЦАП ему раздает клок в формате, да, в формате word clock, причем умный word clock, то есть он в моменте определяет частоту сигнала, именно с этой же частотой обратно дает word clock. Вот, это вот. Да, вот такое интересное решение. Для этого там стоит два тактовых генератора с кратностью 44,1 и 48. И дальше происходит переключение между этими тактовыми генераторами. Вот, собственно говоря, это вкратце. Естественно, вся кабельная продукция фирмы X-Factor. Это антифазные кабели, что на питание, что на, собственно, на сигнал. Спасибо. Это относится и к USB, это относится и к тактовым. Так тому клоку. Спасибо. Вот.
Ежу понятно. Ну, понятно. Вот приезжайте после выставки и слушайте Монтану на Монтану. Все хорошо. Может, кстати, еще усилитель, но не знаю. Не, ну а что, усилитель? Нет, усилитель это я делал не надо. Не хуже, а? Да, нет. Я сказал лучше. Слушай, все равно, как бы, выставка есть выставка тут. Я так и на выставке Монтана слушал, поэтому, ну, переделанная, не оригинальная. Да, ну, да. Это тоже нюанс очень. А вот оставьте это ради интереса. Я просто вспомню, как он. Да, это чисто электронный продукт. Ну и что сейчас тетечка запоет за то? Thank you.